29 сентября – Всемирный день моря. Это один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Около 70% планеты покрыто водой. Этот день отмечается с 1978 года. Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносит перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Проведение Всемирного дня моря сопровождается различными природоохранными мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира. 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. В нашей стране их называют лор-врачами. В этот день, в 1907 году, состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге. 29 сентября в 1904 году родился Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь». В этот день, в 1930 году, скончался Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист.